Хто про людей, які були з нами під час того під час про подій на Донбасі західних, і партнерів, які залишаються партнерами? Колишній глава Білого Дому Барак Обама завтра вперше виступить з публічною промовою після президентства. Про це повідомляють американські ЗМІ. Обама зустрінеться зі студентами університету Чикаго. Екс-президент США раніше заявляв, що не піде з політики. Найближчим часом ви бачите у політиці Барак Обаму і у якій ролі? Барак Обама є виходцем із Чикаго. Как вы знаете, Чикаго – это важный город и в политической жизни, и в экономической жизни США. Мэр, нынешний мэр Чикаго – это друг Барака Обамы. Мэр Чикаго – очень жесткий противник Трампа. То наступный мэр будет… Трампа. Я думаю, будет заниматься, скорее всего, Барак Обама политикой на уровне штата, на уровне города. И, скорее всего, ездить по всему миру, давать лекции и писать книги. Это было очень модно. Барак Обама приезжал в Украину. До того, как стал президентом, в том числе был на Донбассе. Але як був президентом, чи не приехал. То есть, надеюсь, он приедет сейчас. Тепер. И мы зададим вопрос, почему он не приехал, когда он был президентом. А с какими мессенджерами он приедет? Якщо... Я думаю, он будет рассказывать о том, как себя США вели во время конфликта на Донбассе, почему некоторые решения не были приняты. То есть, в принципе, есть о чем с ним поговорить. Надеюсь, он приедет. Уже не в качестве президента, а в качестве бывшего политика в Украину, с ним можно будет побеседовать украинской общественности. Ну, от ми згадуємо колишніх американських президентів, так? Ну, і важлива, якби така, ну, дата, якщо можна сказати, перша дата – це наступного тижня 100 днів президентства Дональда Трампа. А могли б якусь першу оцінку дати? Тому що вже певні, да, дії, певні дії вже… Є унікальна одна особливість. Він ні разу не виїхав з території США, поки був президентом. Ось, а про що це свідчить? Та говорить о том, що він позиціонує себе и свою страну как действительно мирового лидера. Если вы хотите общаться, приезжайте ко мне. И он даже еще не подтвердил... Это сподевается, что он завітає до Украины, когда-нибудь тоже не варто. Я думаю, что Европа ждет, чтобы он хотя бы приехал в Европу. И он даже а не подтвердил. А ближайший визит до Европы? Возможно, 25 мая на мини-саммит НАТО. И то он еще не подтвердил, что будет. Поэтому он всегда, ну, как мастер пиара, использует все эти моменты для того, чтобы держать интригу до конца. Не факт, что он выйдет. Поэтому главный смысл его внешней политики – это отсутствие зарубежных визитов, ни одного визита не было, но отличный пиар, который он сделал на ситуации с Афганистаном, Сирией и Кореей. Уже все забыли о том, что было, хотя все думали, что сейчас начнется боевые действия в Сирии, в Афганистане, Корейский полуостров, об этом все забыли. А в внутренней политике он взбарахлил, взбудоражил все общественное мнение, опять же, оно успокоилось. Поэтому 100 дней Трампа – это период неопределенности во внешней внутренней политике для США. Дуже дякуємо вам за експертні думки в нашому ефірі. Нагадаємо, що експерт-міжнародник Андрій Бузаров був гостем нашої студії.